жизнь-то хорошая. Но при этом мы ощущаем себя почему-то несчастными. Часто какие-то наши внутренние устремления оказываются фрустрированы, мы не получаем тех результатов, на которые ожидаем. У нас много разочарований в отношении с нашими вторыми половинами. У нас проблемные часто отношения с родителями, с собственными детьми. У нас нет ощущения того, что мы реализовались настолько, насколько хотелось бы, и вообще в каком направлении мы должны были бы реализовываться. И это все как-то, видимо, связано с нашим внутренним этим миром, про который мы толком ничего не знаем, потому что никогда не стояла перед нами задача понять, а что там, собственно говоря, в этом нашем внутреннем мире происходит. И если мы хотим, чтобы все те шаги, которые мы предпринимаем для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, работали, ну, наверное, надо заглянуть как-то внутрь самих себя и понять, что же там внутри нас самих себя происходит.